Здравствуйте! Приветствую вас на своем канале. Сегодня хочу вам предложить один из способов, куда же мы все-таки деваем после забоя кроликов эти замечательные тепленькие шкурки. Много смотрела роликов, пыталась найти, может быть, какое-то применение в хозяйстве найдется интересное. Выделкой, к сожалению, мы так и не занялись, поэтому нашли очень такой радикальный, замечательный способ. Зверьков жалко, чтобы зря они не умирали. Вот, и чтобы такого вот не было такой какой-то проблемы с их утилизацией, закапываться там что-то. Вот, мы разводим костер и опаливаем все шкурки, весь мех сверху. Ну, мужчины, наверное, могут воспользоваться паяльной лампой. Я ей пользоваться не умею. Поэтому так по-женски поступаю. Просто костерок развожу. И на такой замечательной решеточке с железными прутиками со всех сторон палочкой переворачиваю, опаливаю тихонечко. И у нас получается такая сжатая такая колбаска запеченная без шерсти. Очень напоминает, как в зоомагазинах продают сушеные пятачки, всякие лапки, всякие вкусняшки для наших с вами любимых зверюшек, собачек и кошечек. Вот, и у нас замечательно это все идет в ход. У нас такая получается запеченная, такая прокопченная колбаска из этой шкурки. Ее можно потом остудить. Ну, так как у нас забои в основном происходят зимой, и это обычно там морозные дни. Не как у нас в этом году с вами. Не повезло. Новый год, видимо, будем встречать без снега. Вот. Ну, обычно, если очень лень, я их развешиваю просто на турнике, чтобы все сразу все не скушали повыше где-то. И они там на морозе прекрасно сохраняются, чтобы ни где-то холодильник не занимать, ни морозилку ими, потому что они такие подкопченные получаются, чтобы остальные продукты не пропахли. Вот. А можно потом взять эту колбаску, она прекрасно обычными ножницами режется, такие маленькие колечки, кругляши получаются, такие кожаные, и собачкам на вкусняшке прекрасно очень подходит, и получается, что такое у нас безотходное кроличье производство. Потому что при забое обычно массово получается много шкурок. Вот. И если лень выделывать, если лень что-то там засаливать и засушивать, способов тоже очень много и на Ютубе можно посмотреть. Вот. Ну, на вкусняшке у нас еще ни одна шкурка не пропала. Съели все. Вот. Был у нас замечательный большой пес Сен-Бернар. Он даже одну шкурку не дождался, пока мы ее порежем, и заглотил прямо целиком. Вот, слава богу, заворота кишок не случилось. Вот, так что на маленькие вкусняшки это вполне пойдет. Замечательно, собачки никогда не отказываются и очень нравятся. Как такие маленькие, как кольца кармар. Вот. Кальмаровые такие сушеные кольца получаются. Там обычно жирок еще на шкурке присутствует. Все это запекается в процессе. Переворачиваем просто почаще, чтобы не подгорели. Потом счищаем остатки кожи. Так что вот такой вот замечательный способ. Пользуйтесь, это все очень быстро. Я думаю, паяльной лампой, наверное, еще будет быстрее. Ну, так как я боюсь ей пользоваться, то мужчин могут применить в своем хозяйстве. Вот. У нас уже вечереет. Сейчас пойдем немножко с козами попасемся. Вот. Ну, вам хорошего вечера. Подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч!